событиям в мире. 6 медицинских работников погибли за последние сутки на юге Ливана из-за атак Израиля. Среди них директор одной из местных больниц, передает телеканал Аль-Джазира. Удары пришлись по большей части на южные пригороды Бейрута и город Тир. Обстрелом подверглись машины скорой помощи и медицинские учреждения. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус осудил атаки и призвал к немедленному прекращению боевых действий в стране. Он также отметил, что ВОЗ не может доставить в Ливан необходимые медикаменты из-за перебоев работы аэропорта в Бейруте. Отмечу, по данным Минздрава Ливана, с начала эскалации конфликта в октябре прошлого года между Израилем и движением Хезболла погибли 208 медработников, еще свыше 300 получили ранения.